Всем привет! Меня зовут Дина Яковлевна, и я продолжаю знакомить всех современных бабушек и дедушек с компьютером и его возможностями. Большинство файлов и программ в интернете хранится в сжатом виде в архивах, чтобы сэкономить место на компьютере. Да и передать такой материал значительно проще. Чтобы открыть и распаковать архивный файл, нужно использовать архиватор. Их довольно много. Поэтому я расскажу о программе, которой пользуюсь сама – WinRAR. Первым делом нужно скачать и установить WinRAR на компьютер. Идем на официальный сайт компании и скачиваем утилиту. В подробности установки я вдаваться не буду. Ничего сложного в этом нет. После этого в контекстном меню вы увидите возможности программы. Как же открыть файл с расширением RAR? Наводим курсор на заархивированный файл и нажимаем на правую кнопку мыши. Открывается контекстное меню. Теперь нужно нажать «Извлечь файлы», после чего увидим возможность выбора пути для распаковки файла. Если вы хотите распаковать его прямо в ту же папку, где он сейчас находится, просто нажмите «ОК». Если вы нажмете «Извлечь в текущую папку», то файл автоматически распакуется в этой же папке. Вот, собственно, и все. Осталось сделать это самостоятельно на вашем компьютере. На сегодня это все. И я прощаюсь с вами. До встречи в онлайне. С вами была Дина Яковлевна, бабушка в сети.